Всем привет, вы на канале SuperKit. Так сложилось, что я делал подробный обзор переходника из PCI Express X4 в USB 3.1, или как точнее будет USB 3.1 Gen 2, второе поколение. Короче, тот новый USB, пропускная способность которого 10 гигабит в секунду. Но при этом не делал такого же теста для переходника PCI Express X1 в обычный привычный USB 3.0. При этом, как ни странно, такой переходник был участником одного из видео, в котором я рассказывал про разные платы расширения для использования в слотах PCI Express. И вот я решил закрыть этот пробел. Такой переходник, конечно же, будет работать медленнее, чем упомянутый ранее из PCI Express X4 в USB 3.1 порт, но важно понимать, что при этом он может покрыть запрос гораздо большего количества пользователей, что его цена около 3 раз ниже, что здесь сразу 4 порта, а не 2, и что устанавливается данный девайс в слот PCI Express X1, что очень важно, ведь свободного PCI Express X4 или X16 с очень высокой вероятностью может не быть на системной плате. Так что, несмотря на явный проигрыш по скорости, плюсов также хватает. В данном видео сделаю тесты в разных версиях винды, в разных слотах и в PCI Express X1 и в PCI Express X16. И, естественно, сравним полученные результаты с тестом в USB 3.0 портах, которые имеются на материнской плате. На адаптере есть разъем Molex для питания. Очень важно не забывать подключить питание, так как в другом случае порты USB 3.0 работать не будут. Я подключаю через переходник питания SATA на Molex. Начинаю со слота PCI Express X16. Как можно было видеть, в комплекте здесь был компакт-диск с драйверами. Данный диск понадобится для Windows 7, которая в противном случае не определит устройство. Что сейчас можно и наблюдать. Диск, видимо, универсальный, здесь драйверы под разные переходники и адаптеры. Скорее всего, китайцы кидают такой каждому из таких устройств. Драйвер установлен, все очень просто. Комп перезагружен и все готово. Тестировать буду с помощью внешнего SSD. Отдельное видео на который было на канале, а также совсем недавно был тест на mSATA SSD Golden Fear 120 ГБ, которым я заменил установленный сюда ранее на 24 ГБ. Все тесты и обзоры этих и подобных устройств будут расположены по ссылкам в описании к видео. Тем временем есть первый тест скорости, позже это все сравним. Следующий тест все на той же Win7, но уже через слот PCI Express X1. Программой Crystal Disk Mark тесты делаю мелким файлом в 50 МБ и в 1 ГБ, чтобы было объективнее. Как можете видеть, скорость чуть ниже, но это все же не из-за того, что слот X1, а из-за его ревизии. На моей плате у PCI Express X1 вторая ревизия, а у PCI Express X16 третья. Прежде всего, именно поэтому данные слоты расширения находятся в неравном положении изначально. Тем не менее, имеем что имеем, и несмотря на разницу поколений слотов, я бы все равно не сказал, что есть значимое превосходство одного над другим. Оно реально составляет лишь 10%. Плавно переходим к тесту распаянных портов USB 3.0 непосредственно на материнке. Видно, что скорость чтения отличается в пределах погрешности в сравнении с предыдущими двумя тестами. А вот скорость записи отличается заметнее скоростей чтения в разных условиях в программе Crystal Disk Mark. Заметнее, но все же, как по мне, не принципиально. Не знаю почему, но на этом же моем компе в десятке скорость USB портов заметно выше, чем в семерке. Именно поэтому для еще большей честности сделаю такой же тест и в Windows 10.
Порядок теста будет такой же, поэтому возвращаю адаптер на USB 3.0 порты в слот PCI Express X16. Windows 10 в деле, инфа о новом устройстве. Драйверы, в отличие от семерки, подтягиваются сами. Тест. Сразу же кидается в глаза скорость. Она явно выше, даже переваливает за 400 мегабайт в секунду. Это то, о чем я и говорил, про разные скорости в разных версиях винды. Снова слот PCI Express X1, снова запуск и снова тест. Все по тому же сценарию, что и в Win7 происходит в Win10. Скорость в PCI Express X1 ниже, чем в X16, но при этом выше, чем самая высокая скорость на семерке. Вот такой интересный нюанс. Ну и напоследок, скорость через порт USB 3.0 системной платы. И точно так же, практически при отсутствии отличия скорости чтения, скорость записи отличается в лучшую сторону на пару десятков мегабайт в секунду. И для наглядности все скорости на 10-й винде вместе. Немножко полезной инфы для тех, у кого низкопрофильный корпус. Не знаю, как другие модели подобной платы расширения, но именно это никак не влазит в корпус SFF. Даже если снять планку для крепления к корпусу. Поэтому, если у вас такой корпус, обратите внимание на другую модель подобного адаптера, они существуют. Много получилось тестов, но зато они вполне информативны и отвечают сразу на несколько вопросов по работе разных слотов PCI Express и разных операционных систем. Подытоживая увиденное, можно сделать вывод, что есть неплохой вариант увеличить количество портов USB 3.0. Более того, поскольку они обладают обратной совместимостью, то это позволит использовать их под любые нужды и, если понадобится, даже под клавиатуру и мышь. Поэтому чем больше таких портов, тем лучше. Но во всяком случае не хуже точно. Особенно актуально такое расширение в портах USB 3.0 на тех компах, на которых нет USB 3.0 вовсе. Уж не знаю, есть ли у вас внешние накопители или нет, но если есть и нужно записать весомый объем, то это вообще необходимость. Внешние SSD SATA стандарта на контроллере USB 3.0 такой адаптер раскрывает очень значимо, а внешний винчестер вообще раскроет полностью. Если же вам нужна еще более быстрая скорость, то есть плата расширения портов USB 3.1 до 10 гигабит в секунду, упомянутая в начале данного обзора. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!